День рождения Ульяновской области отпраздновали несколько дней назад, но мероприятия, посвященные ее 76-й годовщине, продолжаются. Во дворе творчества детей и молодежи прошел финал регионального конкурса юных краеведов «Ульяновская область. Прошлое, настоящее, будущее». В этот день главными действующими лицами были дети. Они авторы работ, направленных на развитие Ульяновской земли в будущем, сохранение существующего и памяти о прошлом. Ценно, по словам членов жюри и организаторов, все. Краеведческий конкурс – это действительно ценно и важно, и дети радуют. Они относятся серьезно к своим исследовательским работам, они какие-то интересные темы берут для исследования. И мы рады на страницах областных журналов поддерживать их творчество. Задачи перед собой дети ставят глобальные. Раскрыть тему, поставить вопросы и предложить пути их решения – задача каждого. Моя тема называется, сама работа называется «Заповедное дело». И в ней я рассказываю о заповедном, как бы заповедной системе Ульяновской области, сравнивая ее с другими регионами и как бы выявляю как бы ее уникальные какие-то особенности, возможно, какие-то проблемы и предлагаю варианты их разрешения на основе своего опыта, то есть где я бывал, что я видел, потому что стараюсь по различным особо охраняемым природным территориям ездить. Судьба зверей, птиц, предприятий, уникальных ландшафтов, общества и региональной идентичности в детских работах этим вполне взрослым вопросом зачастую находится нестандартный, но вполне выполнимый ответ. Лучшие работы найдут свое воплощение, уверены организаторы конкурса. У нас две номинации. Первая номинация исследовательская, которая еще в свою очередь подразделяется на творческие работы и исследовательские работы по заданной теме. И вторая – это проектная деятельность, потому что сейчас эта тема является актуальной. Дети в своих работах отражают будущее своего края, как они видят. И я думаю, что именно им придется воплощать эти свои идеи в жизнь. Конкурс – хороший стимул научить юного человека думать об общем благе, любить свою родину, заботиться о тех, кто рядом, понять, что будущее бывает только общим, и вместе нам любое дело по плечу. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.